С наступающим Днем Победы поздравили и пациентов Республиканского госпиталя для ветеранов войн. Концерт под открытым небом, ясным, чистым и мирным. Участники войны и труженики тыла вместе сражались за это. Наш многонациональный народ, 41-45 год, кто на поле брани, кто в тылу, мал, стар, женщины ковали победу для того, чтобы действительно победить этот фашизм, освободить потом в Европу от фашизма. Сегодня хочу выразить слова благодарности вам за то, что вы сохранили страну. В Республиканском госпитале поправляют здоровье 35 ветеранов Великой Отечественной. С грядущим праздником их поздравили медицинские работники, волонтеры и студенты.